Инспектор по делам несовершеннолетних УМВД России по Одинцовскому округу совместно с представителем комиссии по делам несовершеннолетних провели беседу с учениками школы номер 17. Основное внимание спикеры уделили пресечению экстремистской деятельности и распространению радикальных идей среди молодежи. Школьникам рассказали о понятиях экстремизм и терроризм и рекомендовали быть максимально осмотрительными в общении, особенно в сети интернет.